Мур, привет, друзья! С вами Зирко. И новости по обновлению 1.3.16. Тамуз. Добавили индикатор возвращения кос. Весьма полезно. Ханаби. Исправлен баг, когда пассивка бесконечной битвы активировалась первым навыком. Харит. Второй навык. Исправлено управление. Ранее, если просто ткнуть на навык, Харит прыгал к вражескому герою. Теперь будет прыгать просто вперед, куда глаза глядят. Это удобнее, если у вас бой с каким-нибудь опасным бойцом. Исправлена анимация ульты, перестала просаживать FPS. Добавили на 10 прирост хп, теперь 163,5. Ангела. После получения ульты теперь может отслеживать хп союзников. Иконки рядом с ультой показываются все время. Стало проще выбирать, к кому прыгнуть ультой. Уранус. Пассивка. Теперь держится не 8 секунд, а 10 секунд. Что позволит ему исцеляться дольше и проще продлить действие пассивки. Кагура. Пассивка. Щит, получаемый от подбора зонта, имел магический множитель 20%, теперь 50%. Это даст буст к выживаемости Кагуры. Селена. Ульта теперь не подвержена КД-эффекту, то есть КД не будет снижаться от предметов. Первый навык формы ведьмы, щит, теперь держится 1,5 секунды, а не секунду. У Селены немного снизили боевую динамику, приблизив к другим магам. Кимми. Теперь в руках не пулемет, а пузырькомет. Поэтому противников насквозь не пробивает, но увеличили скорострельность и немного урон. Предметы, которые дают скорострельность, вместо этого будут увеличивать скорость бега. Но теперь на ней работает золотой посох. Интересное решение, будем смотреть, что получится на выходе. Лесли. У пассивки исправили баг. Хильда. Ульта. Вместо 11 стаков теперь для полного стака нужно 10 убийств или помощи. Реальность приблизили к описанию. Франко. У пассивки пофиксили баг, когда он продолжал работать после смерти. Люнокс. Ульта темной стороны. Пофиксили баг. Минотавр. В режиме ярости базовая атака вырастала на 25 единиц. Теперь только на 20. Хотя автоатакер из него так себе, но разработчикам виднее. Наверное. По датам. Скин на Минотавра обещают выпустить 23 сентября. А Белерик поступит в продажу 25 сентября. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!